Куда-куда мы? С пятачком. Ну вот оно, 200-е видео, друзья. Приветики. Привет. Да, тут зеленый маршрут, пойдем по зеленому. С колясками нельзя, да? Пошли. О. Может, не надо? Ну что? Не знаю, пока. Сейчас что легко будет. Что не болезнь никуда. И вот сам вначале выбил. Путей мы не ищем. Ну это же 200-е видео, правильно? Ага, оно перед нами идет мальчик маленький с родителями и говорит: не, больше я ни в какой отпуск не поеду. Лучше буду сидеть у бассейна. Я, собственно говоря, почему вам все эти знаки показывал? Будете здесь гулять, обратите внимание на эти маршруты. Идите маршрут, только по ним. Мы тут как-то гулялись, отклонились и ушли черт знает куда. И спустились вообще непонятно как, это такой огромный заповедник. Вышли, деревня называлась Лоховица, что соответствовало, да. И оттуда очень долго еще ловили оттуда машину, чтобы доехать до паркинга. Ну да, да. Ну что, Танечка? Правские скалы великолепные. Идем вниз, потом опять наверх. Кошмар. Таня, не хочу тебя расстраивать, но, по-моему, нас ожидает снова подъем. Да уже все равно. Да, уже пофиг. Ребята лазят по скалам. В чем Таня абсолютно права, что когда ты уже все это проходишь, хотя бы чуть-чуть вначале, у тебя появляется как бы второе дыхание, и уже не так... Уже не так страшно. Не так стрёмно, да, уже дальше идти. Фух, там еще дальше, Таня. Ужас какой-то. Шикарно.
как после хорошего этого. Фу, друзья, пока мы здесь отдохнем с Танюшей, посмотрите, мы тут со зрителями встречались опять. Куда мы? С пятачком. Мама. Пятачок я. А ты Винни-Пух? Я Винни-Пух. Мы снова идем на встречу с нашими зрителями. Мы немножко опаздываем. Опаздываем. Минуток на 15, я так предполагаю. Ну, к сожалению, паркинг было найти сложно. Абсолютно. Привет, привет, дорогие мои друзья. Володя, Володя. Таня. Очень приятно. Таня. Вы уже познакомились здесь, я так понимаю, да? По интересам. Извините, мы опоздали. Мы просто немного толковато. Как вы поняли, из Москвы Александр и из Новосибирска Александр, Татьяна и Витя. Спасибо. Чтобы лазить по горам, нужно специальное разрешение или как? Да, от диетолога. Здесь выход, Таня. Я его нашел. Я застрял. Ух, по стенкам. Приходится по стенкам идти. Еще ботинки скользкие. Таня, ты как там проходишь? Спасибо. Все дети ноют, стонут. А маменьки злобятся. Ну что вам сказать, друзья, мы вышли. Я весь мокрый, но не вонючий. Спасибо вредному дезодоранту с алюминием. Я вам еще скажу, что после прохождения таких мест наступает такое очищение полное. Такая эйфория. С чувством выполненного долга. Да, да, это просто потрясающе. Но нам еще 2 километра часа. Да, 2 километра это что? Это уже мелочь.
как в 200-м видео не поблагодарить вас за вашу поддержку, за ваши комментарии, за постоянное сопровождение всех наших путешествий. Это ж так здорово, что вы у нас есть. Спасибо. Ну а мне к сказанному добавить уже нечего. Я полностью согласна с Владимиром и тоже вам говорю большое спасибо. Нас преисполняет радость. Кто-то делает селфи. Мы спустились, друзья. А вот здесь мы начинали. Жажда мучает. Решили выпить. Это малиновка, а это капула. Очень такие прикольные газированные напитки. Там мы были. Я говорю вам до свидания, ведь прощанья не для нас.